Это BMW и это X7. Мы ждали его очень долго. Слухи о том, что баварцы готовят огромный кроссовер, начали ходить еще в 2014-м. В 2017-м его показали на автосалоне во Франкфурте, и в декабре этого года он пошел в производство. А вот в продажу поступил лишь в марте этого года. Создать конкурента Мерседесу GLS, Range Rover, Audi Q7 и Cadillac Escalade было просто необходимо. Надо было войти в новый сегмент и укрепить свои позиции в Америке, где такие машины в центре внимания. А еще, возможно, замахнуться и на китайский рынок. Автомобиль мне нравится. Это BMW, он красивый и его много. Кстати, обратите внимание, как круто дизайнеры упаковали огромные размеры в эту легкую форму. Перед вами версия с 3-литровым дизелем, выдающим 400 лошадок. В качестве альтернативы есть еще один дизель мощностью 249 лошадей и бензиновый мотор мощностью 340 лошадиных сил. Наш автомобиль, у которого, кстати, еще и М-пакет, разгоняется до сотни за 5,4 секунды. И, по данным производителя, расходует в смешанном цикле всего 7,5 литров тяжелого топлива. Конечно, такого эталонного значения мы не достигли, но мотор действительно экономичный. И в городе мы укладываемся в 11 литров. Перед тем, как этот автомобиль тронется с места, хочу поделиться важным фактом. Цена на BMW X7 начинается, по сути, от 6 миллионов рублей. Много это или мало, на этот вопрос я ответить не смогу. Скажу лишь так, цена конкурентоспособна. Как оценят выход этой модели потенциальные покупатели? Станут рассматривать X7 в качестве приобретения сегодняшней владельцы Мерседесов, Audi, да и всего премиум-сегмента. Даже не буду лукавить, нам очень хотелось сравнить BMW X7 и Mercedes GLS. Поэтому у нас на площадке Михаил. Михаил, добрый день. Добрый день. Михаил, первый вопрос. Нравится? Да, нравится. Нравится. Есть давно ли детали, которые сразу, вот, на которые взгляд останавливается? Новая решетка, очень красивая. Красивые фары очень. Хром такой тонированный, тоже опять не олиповатый. Обвес этот очень такой технологичный. Ну, как вызывает сразу такое уважение. Такое вот приятное. Вы когда подъезжали, нам сразу показалось, что Mercedes больше. Сейчас у нас есть возможность, они стоят вместе, мы можем посмотреть, кто больше, кто меньше. Как вам кажется? Нет, они в один размер. Мне кажется, это оптические иллюзии. А так по размерам, по физическим, я думаю, там миллиметры, наверное, отличаются. Ну, искусство дизайнеров там создать иллюзию шире, уже, но мотор любопытно. Мерседес ваш, как вы его оцениваете? Это семейный автомобиль или машина для статуса? То есть вот какую роль он больше выполняет? Семейный однозначно, там много людей можно посадить, грузы и так далее, там сумки поставить. Но реально вот мы покупали, думали и подходили к этому вопросу, что мы любим путешествовать с супругой и на дальние расстояния, значительно меньше устаешь в этой машине. Вот мы уже в Финляндию там, например, съездили в этом году, сразу после того, как купили. На охоту я езжу постоянно. То есть это машина для дальних поездок с большим достаточно объемом груза и вещей, комфортная, чтобы ничего не мешало, не чувствовать себя там как-то ущемленным. А как думаете, BMW всегда позиционирует свою машину как драйверские машины? В X7 сохранились эти качества или все-таки он уже такой большой, плавный? Нет, я думаю, что компания не упустит своих этих вот настроек. И вряд ли она сделает эту машину для пассажиров. Ну, не знаю, это было бы нарушение, наверное, каких-то законов автомобилестроения. Да, да, всегда. Хочу пригласить за руль. Спасибо. А я пойду сяду справа. Ну, динамика, конечно. А вот у меня вопрос первый прямо. Да. Как посадка? Спортивная, такая фирменная посадка BMW, и руль небольшой, очень удобный, очень острый, и кресло удобное, хорошее. Как в целом салон, как в целом интерьер? Приятно, я вообще люблю вот светлый салон. Не знаю, у меня почему-то это вызывает только положительные какие-то эмоции. Вот это белое дерево очень красивое. Количество кнопок, конечно, немножко так это напрягает, да, то есть надо будет разбираться. И тут
за одну секунду не разберешься. Как электронный дисплей? Нравится. Вместо комбинации приборов. У меня был вот на Gran Turismo, на пятерке. Немножко непривычно вот эти вот не круглые, а такие, как их назвать там, сложной такой геометрической формы. Я бы вывел здесь еще цифру. Сюда можно выводить, здесь есть возможность центральную часть вводить навигацию. Больше чем уверен. Вот. И здесь тоже навигация хорошая. С поддержкой пробок. А, вот так. Да. А как вот эта такая красивая подсветка, которая сделана по всему салону? Здесь даже есть, кстати говоря, звездное небо в этой крыше. Но мы ее сейчас не увидим, потому что светло, оно, видимо, только... Подсветка ночью. Красивая, особенно вечером, это уюта такого добавляет. То есть маленькие мелочи вот такие вот очень здорово украшают это дело. А как подвеска? Ну, сейчас сопоставимо, я бы не сказал. Вот тут двигатель помощнее, мне кажется, вот он стреляет. 400 сил. А, да, но у меня там 250, поэтому, конечно, тут заметно. Вот. Но подвеска скрадывает, то есть нет каких-то таких неприятных ощущений. А на Мерседесе же пневмоподвеска. Да. Она большой дает внедорожный просвет? До 30 сантиметров. Часто пользуетесь возможностью поднять? Вы знаете, вот я честно вам скажу, вот я, несмотря на то, что охочусь и рыбачу, мы давно пришли к выводу, что все равно по нашим дорогам где-нибудь в Ярославской области лучше ездить на УАЗе. Да, согласен. Как оцените шумоизоляцию, вот, скажем, та же по сравнению с вашим автомобилем? Ну, сейчас вот я обратил внимание, что звукоизоляцию делают такую, что двигатель уже вообще без разницы будет, бензиновый. Да. И ты слышишь только вот резину, и слышу только вот это вот рычание такое вот, больше ничего. Как относитесь к управлению музыкой или, скажем, там каким-то функциям автомобиля с помощью жестов? Переключение станции? Ну, это какие-то... Я вот первый раз это вижу. Это удивляет, радует. Нет, ну это очень потрясающе. Да, я считаю, что любые такие ухищрения и маленькие какие-то добавления, они жизнь делают приятнее, они будут добавлять тебе какой-то радости жизни, да, ты будешь ими там показывать своим там, конечно, пассажирам, скажешь, слушай, а есть такой, а у тебя нет, да, ну вот смотри, вот, а у меня вот. Михаил, вот если совсем коротко, какие вещи в этом автомобиле или какие там качества этого автомобиля нравятся больше, например, чем в Мерседесе? Какие меньше? Тут поинтереснее динамика, резкая реакция на педаль газа. Я нажимаю, вот она там мгновенно, доли секунды, и она начинает разгоняться. Звук мне очень нравится, звук хороший. Потом, ну, не нравится, вот, ну, вот тут пестрота такая немножко, вот какая-то такая. Много всего. Восточная, да. Там все более как-то аскетично и солидно. Да? Здесь так вот спортивно, молодежно там, и так далее. Но недостаток это, я бы не стал говорить, что это недостаток. Я еще раз говорю, это... Ну, это самобытность некая такая. Да, это есть почерк, да, есть почерк BMW. Ну, каких-то недостатков нет. Я не вижу, вот, чтобы я сказал, что вот это недостаток, о, не, это вот не моя машина там и так далее. Честно, если бы он раньше вышел бы на полгода, я его рассматривал. И когда я хотел менять машину, то я рассматривал тоже семерку BMW. Но чуть-чуть опоздала как бы эта машина. Вот. Ну, я не жалею. GLS очень достойный. GLS очень такой вот достойный представитель компании Mercedes. Все достоинства, все преимущества, они там все воплощены. Если честно, я очень рад, что между этими компаниями до сих пор существует жесткая конкуренция, потому что в противном случае мы только выигрываем от этого. Да, им приходится придумывать все новые и новые ходы, новые и новые решения. И это очень здорово, потому что это прогресс, а не стагнация. Мы все прекрасно понимаем, что появление X7 для BMW – это не просто расширение модельного ряда. Это новая веха в истории. И, конечно, нам было очень любопытно, что думают о новинке в самой компании.
So, of course, да, конечно, мы очень рады, что наконец-то представляем BMW X7. Более 10 лет и мы, и наши покупатели ждали этот автомобиль. Для нашей компании это входной билет в тот сегмент, где раньше мы не были представлены. Это означает, что мы привлечем новых покупателей, но также и наши нынешние покупатели получат дополнительную возможность приобрести большой, просторный автомобиль с тремя рядами сидений, где могут комфортно передвигаться 6-7 пассажиров. Мы открыто сказали нашим дилерам, мы верим в то, что среди покупателей нового BMW X7 будут 10-20% обладателей BMW, но не более. Преимущественно покупатели нашего нового автомобиля перейдут от других автомобильных марок. Этот сегмент был оккупирован такими брендами-конкурентами, как Mercedes GLS, Range Rover и Lexus LS. Это те машины, которые уже прочно укрепились в этом сегменте, и у покупателей, если можно так сказать, не было выбора. Они могли взять либо автомобили этих брендов, либо никакие. Но теперь у них есть эта возможность. Возможность купить BMW. Это очень динамичный, роскошный автомобиль с прекрасным дизайном. И я уверен, что он понравится людям. Нам повезло, потому что у нас был международный тест-драйв с дилерами, где мы могли проехаться и на BMW X7, и на новой 8 серии. Сначала я проехал на 8 серии, очень мощной машине. И это прекрасное ощущение, когда за окном 23 градуса. А когда я пересаживался за руль X7, у меня мелькнула мысль. Возможно, это будет небольшим разочарованием, потому что автомобиль большой, довольно тяжелый в сравнении с 8 серией. Я ошибался и был невероятно удивлен. У автомобиля двигатель 50D, и это прекрасный мотор. Я бы сказал, лучший. И этот автомобиль оказался потрясающе динамичным. Вы не чувствуете его внушительный размер, его вес. Единственное, что вы понимаете, вы находитесь в спортивном автомобиле с кучей пространства. Машина невероятная, вы должны просто попробовать проехать на ней. Когда я был на трассе, я был очень удивлен в хорошем смысле. Потому что приборная панель, другие вспомогательные функции и наш интеллектуальный помощник, с которым вы можете поговорить, просто отличные. Мы также внедрили эти технологии в X5 и в новую третью серию. Рассказать обо всем функционале автомобиля просто нереально. Для этого нужно снять многосерийный обучающий фильм. Да и владелец X7 не один день будет изучать возможности своего авто. Давайте мы не будем относиться к этому автомобилю как к какому-то модному гаджету. Да, конечно, тут очень много всяких фишек, очень много интересных моментов, связанных с электроникой, с развлечениями. Но все-таки прежде всего это автомобиль, который настраивали инженеры, которому придумывали массу сложных технологических, технических решений. И, конечно же, очень хочется попробовать его на высоких скоростях. Мы с вами сейчас находимся на трассе М11, которая соединила две столицы, и попробуем прокатиться. Мы проезжаем пункт оплаты при помощи транспондера. Так удобнее, а оплата за проезд снимается автоматически, да еще и со скидкой. Оплачивать транспондер очень легко. Достаточно скачать и установить приложение «Автодор» из App Store и Play Market. Пройти регистрацию, и у вас под рукой всегда будет полная информация о лицевом счете. Чтобы пополнить баланс транспондера, вам нужно открыть приложение, войти в личный кабинет и выбрать в меню пункт «Пополнить баланс». Далее все просто. Вводим сумму, на которую вы хотите пополнить баланс, данные карты и e-mail. Готово. Если у вас еще нет транспондера, то приобрести его можно в пунктах продаж или на сайте «Автодор» платной дороги. Ну а мы возвращаемся к обзору BMW X7. Когда я сел в автомобиль, мне показалось, что маловаты боковые зеркала. Однако у них довольно сложные формы отражатель, поэтому видно все, практически нет мертвых зон. И есть, кстати говоря, помощники, которые подсказывают, что в зоне, которую можно считать, наверное, мертвой, есть присутствует какое-то транспортное средство.
Ассистент помощи водителю видит во время движения опасности по периметру и порой вмешивается в действия водителей. Естественно, что здесь есть возможность переключать передачи вручную. У нас 8-ступенчатая коробка передач. Честно могу сказать, не думаю, что кто-то будет этим заниматься. Скорее, такие фишки нужны для того, чтобы ездить зимой или по мокрой дороге, когда нужно в принудительном режиме перейти на понижающую передачу. Пневматическая подвеска работает, ну, просто вот на пятерку с плюсом. И что здорово, когда ты идешь на большой скорости, здесь есть, ну, такие активные стабилизаторы. Это довольно сложная система. Тем не менее, она позволяет нам очень уверенно держаться в поворотах, нет кренов. И ты чувствуешь, в общем-то, себя очень уверенно за рулем, как раз, наверное, за счет этого. Естественно, что у автомобиля есть все функции, связанные с адаптивным круиз-контролем. Активным круиз-контролем его называют по-разному. Машина может держаться за впереди идущим автомобилем. Машина может сама останавливаться, машина удерживается в полосе. Конечно, мощный большой автомобиль он провоцирует. Во-первых, он скрадывает скорость, и во-вторых, он позволяет ехать с очень большой скоростью. Ты просто даже иногда не замечаешь, как раз и нарушаешь правила дорожного движения. Поэтому выставили максимальную скорость по лимиту, и больше у нас машина и не поедет. Естественно, что мы можем выставить адаптивный круиз-контроль, мы будем держаться за впереди идущим автомобилем. Вот, а можем, собственно, ехать сами и выполнять роль не оператора транспортного судна, а настоящего водителя и получать удовольствие от управления большим баварским кроссовером. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на наш канал.